Тебя А, микрофончик включен. да, Ага. включилась. Приветики, здравствуйте. Привет. Я хотела делиться с вами, что я себя гораздо лучше чувствую, что я так меньше сплю и сон депривирую. Даже вообще такая легкость я чувствую, и мои мышцы тоже не болят так больше. И да, я даже... Я очень рада этим. Очень рада. Я как чувствую, как я ложусь лежать. Мне уже как встаю, уже такая тялость приходит. Ты права была, как ты уже сказала, что ложиться нам это не наше. Горизонтально ложиться это не для нас. Здорово. Да, это я уже увижу. У меня сегодня откат такой огромный. Ну, я чувствую всегда у меня, когда я уже больше не сижусь. Я знаю, когда у меня, ну, трансформация какая-то энергетическая, у меня всегда откаты. Как-то этот, как-то я так уже я прочувствовала, что когда два шага вверх, всегда один шаг назад. Да. Да. Но все равно я сон депривировала и я дыхала просто так, без сна. У этого глубокого сна я уже несколько дней у меня уже не было. И я гораздо себя лучше чувствую. Уже такое нету, что надо вставать и там 2-3 часа надо себя, ну, как-то ждать, пока ты станешь нормальной. Вот это уже нет. Да. Классно. Очень этому рада. Да. Послушай обязательно сегодняшний эфир сначала. Да, я уже по его сегодня послушала целиком. Да. Сегодняшний, про сегодняшний. Да, сегодняшний, да. Я уже послушала. Много вы про плотности разговаривали. Да, для меня многое, что ты расскажешь, новое. Я еще так тонко не вижу. Ну да, все всему время. У меня... Да. Да, все в своем время. Мне такие вещи как-то инспирируют меня эти вещи слышать от тебя, да, очень. Да. Спасибо, что делишься, спасибо, что ты есть. Спасибо, что разговариваешь, потому что я знаю многие, как ты, они не очень так на YouTube, и мне интересно. А как мы тогда услышим вас, да? Делитесь. Да, у меня тоже, с кем я общаюсь, они, если кто-то вот так, в таком образе жизни, я из них одна только разговариваю на YouTube, а у них другие.